Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Минуточку внимания, хочу посетить вам свой бизнес. Мой бизнес — это аптека в городе Южный. Находится он возле башни Останкино, а также рядом возле СТО Южного. Найти мой бизнес можно через GPS, 6 раздел. Листайте в самый низ, и вот мой бизнес, 41-й. В моем бизнесе вы можете купить аптечки, маски и разные лекарства, и не только. Если вы любитель сходить на ВЧ, либо патрулить полицейских, то вам именно ко мне. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайтесь. Итак, всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня будем крутить рулеточку на сером один ролеплей. Итак, я задонил, короче, 275 рублей. Ну, блядь, что было на Киви, то и задонил, потому что влаживать сюда 5000 рублей, допустим, те же самые, это бред полный. Я так понимаю, сейчас в России траур или что-то наподобие такого, и видите, все серое, форум серый, все серое, короче. Не знаю, видимо, это с этим связано. Поэтому да. Сегодня пробуем выбить что-то хорошее, надеюсь. Вообще нам нужны бабки, чтобы мурку починить. Надо 500 тысяч, короче, и, конечно, мы, я думаю, не выбьем столько. Но попробуем все-таки. Давайте крутим рулеточку. Запускаем первый раз и посмотрим, что у нас выпадет. Рулеточка у нас обновилась, только она у меня серая, потому что, ну, как я сказал, вроде бы траур. О, деньги, это хорошо. Так, это хорошо, 36 тысяч. Ну, тоже неплохо, я вам скажу, окей. Давайте еще раз крутим. Выпало бы там 100 доната, было бы тоже прикольно, я думаю. Так, и у нас выпадает... Деньги обратно. Так, что-то нам на деньги прям везет. 54 тысячи. Окей, обратно деньги выпали. Окей, так, поднял бабла, называется. Ну, я хотел деньги, но, блин, что-то прям много денег. Одни деньги, деньги, деньги. Ага. Вот это мы по-любому, но я думаю, потом продадим пистолет с глушителем золотого цвета. Ну, окей. Крутим дальше. У нас еще одна попытка осталась, если мы сейчас... Что-то не продадим, наверное. Так, 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 так. Бабки, бабки, бабки. Обратно деньги. Обратно деньги. 44 тысячи. Ну, блин. Проще было бы тогда в бабки просто перевести все, что у меня было, и все. Давайте напоследок перезагрузим страницу. И пробуем покрутить. Мне бы круто было бы, если бы скин в УЗИ выпал. Допустим, да? Так, и у нас выпадает... Деньги, да? Обратно деньги выпали, тупо бабки не выпадают. 61 тысяча. Итого. Итого, назад надо нажимать, итого. Вот так. Мои выигрыши, давайте посмотрим. Тупо бабки, смотрите, просто бабки, бабки. Сколько это можно продать? 19 критов можно продать, и у нас, так. 10, у нас, поди, да, хватит. Давайте тогда, вот, мои выигрыши продадим вот это. Потому что он мне нахрен не нужен. И пробуем сейчас последний раз еще крутнуть. Крутим, короче, последний раз, все. Не знаю, что нам выпадет, но... Я думаю, сейчас бабки обратно выпадут, либо какая-то хрень. Так, блат номера, XP. Ну, что же еще могло нам выпасть, пацаны, как не XP, да? Но в основном выпали только бабки, да? Ну, серьезно, нам только бабосы выпали, и все, в основном. Тупо бабки. Я хотел бабки поднять, и в итоге у нас вышло примерно вот стоточка. И здесь, ну... 1200, наверное, нам выпало из всего. Не, ну чё, прикольно, блин. Но я ожидал хотя большего, реально. Я думаю, нам хоть что-то выпадет более-менее. Нам ни випка не выпала, ни кредиты не выпало. Выпадали тупо бабки, и... Ну, это и то хорошо, чем XP только выпадало бы. Это тоже хорошо. Давайте разойдем на сервер, я заберу все эти наши призы. Минуточку внимания, хочу посетить вам бизнес своего знакомого. Его бизнес — это магазин одежды в Арзамасе. Находится он недалеко возле спауна Арзамаса, то есть возле вокзала Арзамаса. Сразу за мостом, рядом возле 24/7 находится его магазин. Здесь вы сможете купить скины на любой вкус и за любую цену. Также, если вы свяжетесь с владельцем этого бизнеса, то есть моим знакомым,
И захотите купить дорогой скин, то когда вы покупаете, 50% от его стоимости вам возвращается. Так что всем советую покупать шмот только в этом магазине. Так, вот я зашел на сир, давайте заберем наши призы, прайс, по-моему. Призы, да, вот. Такие у нас призы, короче. XP давайте заберем. На XP забрали мы. Бабки забираем, еще бабки забираем, еще бабки забираем. И еще бабки забираем. Итого у нас вышло почти 200 тысяч. Буквально не хватило немножко. Почти 200 тысяч у нас вышло со всего того, что мы выиграли. Хотя мы могли перевести это в бабки, и у нас вышло бы больше денег. Поэтому не знаю. Не, это круто, что нам не выпадало тупо XP. Сколько, кстати, у меня осталось до уровня? Ну, кстати, немного осталось до 28 уровня как раз. Но все же, блин. В этот раз, кстати, меня не расстроила так рулетка. Все-таки не выпадало не только скиллы на оружие, выпало, да, у нас один раз, но снова выпадали тупо бабки, реально. Я даже охренел. Вот такой вот неожиданный поворот был. Ну ладно, это у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. I'd be crying.